«Служение Дерека Принца. Крест в центре. Часть вторая». Для нас кровь Иисуса была уже пролита. Христос, наша Пасха, уже был принесен в жертву. Кровь доступна нам, но как ею воспользоваться, когда она нужна? Что является нашим иссопом? Ответ находится в этом стихе. Это наше свидетельство. Следующая причина, почему крест должен находиться в центре всего, потому что он является дверью к Божьей тайной, сокрытой мудрости. Мы вернемся к первому посланию Коринфянам. Павел говорит, чтобы мы не допускали мудрости этого века. В шестом стихе он начинает говорить о другого рода мудрости. И только в новой английской версии Библии эта мудрость названа тайной и сокрытой мудростью Божией. Из-за моего философского прошлого это было именно то, что я искал. Тайна, сокрытая мудрость. Я не нашел ее в известном мне христианстве, не нашел в философии, искал ее в йоге, во всевозможных невероятных местах, но так и не нашел. А затем я узнал, что есть дверь, и она имеет форму креста. Если вы пройдете через крест, то по другую сторону находится тайная и сокрытая мудрость Божия. Если у вас такой характер, как у меня, то это заявление вызовет у вас восторг. Меня очень радует возможность иметь доступ к тайной и сокрытой мудрости, и мы прочтем о ней в первом послании к Коринфянам, 2 главе 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Если это не вызывает у вас восторга, то вы никогда не понимали этого. Бог приготовил тайную, сокрытую мудрость, и причина этой мудрости — привести нас к славе. Разве это не восхитительно? У Бога всю вечность был план, как привести нас к славе. Этот план содержится в Его тайной, сокрытой мудрости, а дверь — это крест. Если вы пройдете через крест, то войдете в тайную, сокрытую мудрость Бога. Павел продолжает, «который никто из властей сего века не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Мы узнаем это не с помощью чувств, не с помощью размышлений и не с помощью воображения. Павел рассказывает нам, как мы это узнаем. Нам Бог открывает это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Итак, когда мы проходим сквозь дверь, сквозь крест, Дух Святой начинает открывать нам то, что мы никогда не смогли бы узнать с помощью рассуждений, воображения или наблюдений, а только с помощью откровения. Я понял, что если Дух Святой рядом, то все хорошо. Также я понял, что для того, чтобы привлечь Святого Духа, нужно превозносить Иисуса и проповедовать Христа распятого. Когда мы так поступаем, Святой Дух говорит, «Мне нравятся эти люди. Я чувствую себя с ними как дома. Я разделю с ними это собрание, потому что меня делает счастливым то, когда распятый Христос превозносится». Я бы хотел больше поговорить об этом, но нужно продолжать. Мы откроем 3 главу послания Филиппийцам. Это свидетельство Павла. «Но что для меня было преимуществом, — говорит он,
То ради Христа я почел читою. Он говорит здесь о своем иудейском происхождении и обо всем своем религиозном наследии. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за мусор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, что ничего Его не интересует, кроме Христа, и найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. Помните, что есть только одно основание для праведности, и это вера во Христа. Так вот, Павел писал не о том, что не знает его совсем, а о том, что его цель — знать его лучше. Это было написано после многих лет плодотворного христианского служения. Он писал: «Я хочу знать силу его воскресения». Но вместе с этим идет участие в его страданиях. Нет креста — не будет и короны. Крест — это путь к тайной, сокрытой мудрости Божией, которая приводит нас к его славе. Есть очень короткий отрывок во второй главе послания к Ефесянам. Там написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы там, теперь мы на небесах. В современном переводе написано, что Бог возвел нас на престол вместе со Христом. Понимаете, когда мы приходим к кресту, то в определенном смысле это похоже на вход в лифт. Когда вы входите в лифт, то приезжаете на тот этаж, кнопку которого вы нажали, потому что вверх вас поднимает лифт. Итак, как только мы оказываемся во Христе через Его смерть и распятие, мы оживаем вместе с Ним. Мы воскресаем с Ним, но это еще не конец. Где же в итоге остановится лифт? О престола! Мы возведены на престол вместе с Ним. Мы попадаем туда не благодаря нашим усилиям. Мы попадаем туда, потому что мы в лифте, но дверь к лифту — это крест. Когда мы входим через крест, то получаем право на престол. Меня всегда очень сильно интересовала скиния Моисея. Есть два типа людей — те, у кого скиния вызывает восхищение, и те, у кого не вызывает. Вот я принадлежу к первой группе, а также знаю, что есть люди, которых она не восхищает. Я не имею ничего против, но хочу привести небольшой пример. Если вы помните структуру скинии Моисея, то она состояла из трех зон, которые отличались друг от друга количеством света. Вначале был внешний двор, где свет был естественным. Солнце, луна, звезды. Затем вы проходите за первую завесу, и там уже нет естественного света. Павел пишет, что мы ходим не видением, а верой, проходим за эту завесу. Это шаг веры. Вы входите в первое отделение — святое, и там свет идет от подсвечника, который заправлен оливковым маслом. Это свет вдохновленного Слова Божьего, освященного Святым Писанием. Но это не конечный пункт назначения. Понимаете, проход за первую завесу — это воскресение, а вот проход за вторую завесу — это вознесение. За второй завесой, в святом святых, вы на престоле. И там, за второй завесой, осуществляются два главных служения Иисуса — царя и священника. Свет там не от свечей. Удивительно то, что когда вы попадаете внутрь, то там абсолютно темно, нет никаких источников света. Интересно, а кто из вас решит сделать это место своим пунктом назначения, а? Это всего лишь небольшая квадратная комната без света и лишь с одним предметом мебели. Вызывает ли это у вас восторг? Понимаете, чем дальше вы заходите в своем христианстве, тем меньше вещей отвлекают вас. А за вторую завесу заходят люди, которым нужно только одно — только Бог.
Это правда удивительно. Но за второй завесой, если вы будете отвечать всем условиям, придет свет, который не будет естественным, он также не будет искусственным. Это будет то, что называют шехиной, настоящее Божие присутствие, сверхъестественно освещающее то место. Это и есть тайная, сокрытая мудрость Бога. Вам не обязательно заходить за вторую завесу. Вы можете остановиться в любом месте. Вы можете нажать кнопку лифта и выйти, скажем, на втором этаже. Но внутри меня есть что-то, что хочет подняться на лифте на самый верхний этаж. В жизни великих мужей Божьих я замечал, что наступает определенный период одиночества, когда они лишены всего, кроме Бога. А когда у вас есть Бог, у вас есть все. Об этом говорится в конце 8 главы послания к римлянам. «Мы соединены со Христом». В 3 главе послания к Колоссянам сказано, что Христос — это все во всем. Итак, Павел пишет: «Меня не волнует закон, меня не волнует мое иудейское наследие, меня не волнует все, что я потерял, это ничего для меня не значит, потому что я хочу только того, чтобы находиться за второй завесой. Мне нужны откровения Иисуса Христа. Мне не нужна теология. Мне даже не нужны доктрины. Мне нужно откровение». Мне нужно личное сокровенное откровение от Иисуса Христа. Это единственная вещь, способная полностью удовлетворить желание моей души. Вот как я это вижу. Далее мы перейдем к третьей причине из этой сессии, или к шестой, если принимать во внимание сессию первую. Почему же крест должен быть в центре всего? Надеюсь, эта тема вызвала у вас восторг. Если она не вызвала у вас восторга, то значит, я плохо ее передал. Я в таком восторге, что могу сейчас прыгать от радости, но не буду. Павел пишет: «Если я рассудителен, то это для вашей пользы». Ладно, это двойная причина. Крест — это максимальное проявление Божьей любви и нашей ценности для Бога. Повторю это еще раз. Крест — это максимальное проявление Божьей любви и нашей ценности для Бога. Вначале разберем первую половину. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Иисус разговаривает со своими учениками. Он говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иными словами, я продемонстрирую великую любовь и отдам за вас свою жизнь. Наивысшее проявление любви одного человека к другому — это готовность одного человека отдать свою жизнь за другого. Затем в послании к римлянам Павел в деталях рассказывает о природе Божьей любви и размере Его благодати. 5 глава послания к римлянам так и начинается: «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, ну, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». Обратите внимание, оправданы кровью Его. «Спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся Его жизнью». Если вы проанализируете этот отрывок, Павел пишет четыре вещи о нашем состоянии, когда Христос умер за нас. В 6 стихе он говорит, что мы были немощны. Мы не могли сделать ничего, чтобы помочь себе. Мы полностью зависели от Божьей милости.
также говорит, что Христос умер за нечестивых. Мы были нечестивыми. У нас был характер, стиль жизни, образ мышления и поведения, которые были полностью чуждыми Богу. Затем он говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы были непослушными, были бунтарями и никак не пытались угодить Богу. И в конце он говорит, будучи врагами, мы примирились с Богом. Итак, Павел использует четыре разных фразы, чтобы описать наше состояние тогда, когда Христос умер за нас. Он говорит, что мы были немощны, полностью беспомощны, не способны сделать ничего, чтобы помочь себе. Он говорит, что мы были нечестивыми. Интересно, вы это вообще осознаете или нет? В нас не было ничего, что могло бы привлечь Бога. Все в нас было чуждым Божьей природе. В-третьих, мы были грешниками, непослушными, бунтарями. Ну и в-четвертых, мы были врагами, то есть были в оппозиции по отношению к Богу. И когда мы были в таком состоянии, Христос умер за нас. Павел называет это мерой Божьей любви по отношению к нам. Я считаю, что нам очень важно это увидеть, потому что я постоянно встречаю христиан, которые не до конца уверены в том, что Бог их любит. Уверен, что среди вас таких нет. Если у вас есть сомнения по поводу Божьей любви, то эти сомнения никогда не будут полностью развеяны, пока вы не осознаете, в каком состоянии вы находились, когда Христос умер за вас. Бог не позволит вам успокоиться на любом другом основании, потому что это единственное основание. Думаю, вы это понимаете. Может, вы полагаетесь на отношение какого-то друга, или помощь какого-то служителя, или гарантии других людей, что вас любят. Насколько я понимаю Бога, то Он скоро уберет это из вашей жизни. Потому что Он не хочет, чтобы вы основывали понимание Его любви ни на чем другом, кроме жертвы Иисуса на кресте. И, может, в темные моменты жизни вы будете задаваться вопросом, что происходит, почему я страдаю, и во тьме Бог прольет свет только на одну вещь — на крест. Это единственное, что вам нужно знать. Проблема многих из нас в том, что мы слишком много знаем, а Бог хочет привести нас к тому, что достаточно знать то, что Христос умер за нас. Павел продолжает говорить об этой любви в 8 главе послания к Римлянам. Проблема в том, что, проповедуя из этой главы, вы не можете никак выйти из нее. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Это говорится о Божьем народе, но и при этом ничто не может отделить нас от любви Христа. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас по всему миру множество христиан переживают подобное, если ваше спасение не может провести вас через такие обстоятельства, то вам лучше проверить свое духовное состояние, потому что нет никаких гарантий, что через год мы не окажемся в этой категории, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Это кульминация римского странствования, неразделимый, вечный союз со Христом, вечное нахождение в Его любви. У нас есть время рассмотреть еще один аспект проявления того, что дал нам крест. Первое проявление — это Божья любовь, а второе — это наша ценность. Помнится, один мой знакомый, побывав в вашей стране, сказал, что люди здесь отличаются низкой самооценкой. Я не знаю, правда это или нет, но замечу, что это очень распространенная проблема в теле Христовом. Опять же, есть только одно истинное основание для вашей ценности — это крест. Что такое ценность? Например, если бы я захотел продать дом, не знаю, какие у вас тут цены, ну, допустим, я говорю, что мой дом стоит 100 тысяч долларов, но никто не хочет заплатить больше 80. Это значит, что мой дом стоит столько, сколько люди готовы заплатить за него — 80 тысяч долларов. Итак, ваша ценность — это не то, что вы о себе думаете. Ваша ценность — это то, что Бог готов заплатить за вас. А что Бог заплатил за вас? Кровь Иисуса Христа. Деяние, 20 глава, 28 стих. Он мне очень нравится, и прежде всего из-за одного слова «Бог». Павел разговаривает со старейшинами церкви и говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Вы заметили, что кровь Христа приобрела церковь, кровь Божья через Иисуса? Затем Петр пишет нам в своем первом послании, зная, а проблема многих из нас в том, что мы не знаем. Итак, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Непорочный — значит, без первородного греха, а чистый — значит, личного греха. Совершенный, безгрешный агнец Божий Иисус. Писание в книге Левит, 17 главе, говорит, что жизнь или душа находится в крови. А затем Бог говорит: «Я отдал ее за вас на жертвеннике, как искупление за ваши души». А в Исаии, 53 главе, 12 стихе сказано, что Иисус предал или излил свою жизнь или свою душу на смерть. Когда Иисус пролил свою кровь на кресте, Он отдал свою жизнь, свою душу, как искупительную цену за все человечество. А в Псалмах написано, что Бог предоставил искупление, которое льется через край. Заплачено было значительно больше, чем нужно. Вы это видите? Одна совершенная, божественная жизнь стоила больше, чем жизни всего человечества за все времена. Эта жизнь во всей полноте заплатила за наше искупление из рук дьявола. Библия говорит, что мы были искуплены кровью Иисуса. В 106-м псалме говорится об исповедании: «Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Понимаете, вы не можете иметь искупление, пока не исповедуете это. Провозглашение искупления делает его реальным для вас. «Я искуплен кровью Иисуса из рук дьявола». Да, это действительно так. И сейчас я приведу вам еще одну иллюстрацию, которую очень люблю. Находится она в Евангелии от Матфея, 13 главе. Это 45 и 46 стихи. Это одна из коротких притч.
Я знаю множество способов толкования этой притчи, и вы можете толковать ее по-своему, но сейчас прошу, послушайте меня. Для меня это очень важно. Если я смогу передать это, то вас это благословит. Еще подобно написано здесь: «Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Кроме всего прочего, для меня эта притча рассказывает об Иисусе-купце. Он знал ценность, а не был туристом. Он знал, как выглядит жемчужина. И вот он увидел одну жемчужину, такую ценную, что отдал за нее все, что у него было. В своей голове я представил себе эту картину. Ну, представьте. Купец приходит к своей жене, а жена спрашивает: «Почему ты пришел с работы пешком?» Он отвечает: «Я продал машину». «Я продал машину, и не только. Да, еще я продал дом». «Ты продал дом? Нам придется переехать на дачу?» «Нет, дачу я тоже продал. Я продал все, что у меня было». «Ты все продал? Но почему?» «Потому что я нашел нечто настолько ценное, что оно стоит всего». «И что же это?» И он открывает свою ладонь и говорит: «Эта жемчужина стоит всего, что я за нее заплатил». Что это за жемчужина? Это вы. Одна человеческая душа. Если бы никто другой больше не спасся за всю историю человечества, то он все равно бы умер за вас. И сейчас в конце проповеди я хотел бы, чтобы вы подумали о себе как о жемчужине из рук Господа. Я хочу, чтобы вы услышали, как Господь говорит: «Я отдал все, что у меня было, дабы купить себя. Вот как много ты для меня значишь. Я не хочу больше слышать от тебя, что ты ничего не стоишь, потому что в моих глазах ты достоин всего. Я отдал все, что у меня когда-либо было. Ты настолько красив, настолько совершенен. Я знаю ценность всего. Все, что я продал в сумме, не стоило того, что ты значишь для меня. Ты жемчужина в моих руках». Вы верите в это? Вы можете в это поверить? Это изменит жизнь многих из вас, если вы действительно сможете в это поверить. Ваша ценность — это то, что Бог заплатил за вас. Не позволяйте миру рассказывать вам, чего вы стоите, потому что он может рассказать вам, что ваша цена не так уж и высока, но вы стоите того, что Бог заплатил за вас. Скажите всего одну вещь: «Спасибо тебе, Господь». Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!